Приветствую, дорогие телезрители. Сегодня мы посмотрим на Северо-Восточную Хорду. Запуск ее вроде как планируется 5 или 6 сентября. Вот я показываю сейчас на схеме то место, откуда мы начнем с вами путешествие. Весь ролик практически, за исключением конца, будет ускорен в два раза для более, укороченного варианта, потому что мы с вами достаточно недавно, то есть 2 недели назад уже смотрели на эту часть. Ну и, собственно, сопровождение голосом не будет. Я думаю, вы слышите по голосу, что немножко я осип, хрип, но просто я особо ничего не могу сказать. Видите, то есть достаточно тяжело говорить. Собственно, участок откроется от открытого шоссе, точнее, не открытого шоссе, а от этого съезда, на Лосиноостровскую улицу, который теперь в виде дублера, и до съездов на Ярославское шоссе, само собой, и будет, естественно, заезд от метро Ботанический сад, будет съезд сразу за многоярусным паркингом. И с Северо-Восточным хордом можно будет тоже свернуть на Серебряково. Собственно, вот опять же 5-6 числа должна открыть. Я вам желаю приятного просмотра, на этот раз просто с музыкой.